прекрасное свидетельство славы Божьей. Павел Горбанов, служитель нашей церкви, хочет поблагодарить Бога за то, что он именно в этом 2014 году явил много славы в жизни их семьи. И все те мечты и планы, которые строила их семья, вы знаете, они сбылись и состоялись именно в этом 2014 году. Павел, скажи, что же произошло в вашей жизни? Ну, в 2016 году вот многое, что мы мечтали, оно сбылось. И не просто сбылось, а с такими чудесами и знамениями, что только Бог может действовать, в сердца людей влаживать то, что реальный человек не может сделать. Первое свидетельство того, что вот смотрите, мы продали квартиру, которая служила 4 года на левом берегу, левобережной церкви, за сумму 10 тысяч. Это малосемейка, нам сказали, это нереально. Мы просто молились и говорили: Господи, найди нам такого покупателя, который бы зашел, ему все понравилось, и взял эту квартиру. Человек, который первый раз зашел, он даже нас не знал ничего, он сразу сказал, что здесь, наверное, живут верующие. Он не верующий, но в крайнем случае он сказал, что, наверное, здесь живут верующие. И ему все понравилось, сказал, столько бы она не стоила, я за нее заплачу и возьму. Вот. Он на себя взял все оформление квартиры. В общем, это тоже Божья слава очень сильная. Тем более с сегодняшним курсом доллара это. Потом мы купили дом. Мы хотели этот дом, купили дом. Здесь тоже Божья слава очень сильная. Дом продавался за 12 тысяч. Мы его купили за 8,5 тысяч. Хозяин дома даже в нотариусе ходил и говорил, как я согласился на такую сумму, я даже сам не понимаю. Понимаете, дом взяли очень большой, 5 комнат, 10 на 10, ну, очень хороший дом. Вот. Потом, что еще в этом году? Бог, значит, мы молились, вот у нас квартира и не было гаража. В центре города, вы понимаете, гараж это нереально, но Бог сделал так, что за символическую плату мы взяли себе гараж. Прямо в центре, возле нашей квартиры. Вот. Потом Бог ведет, и не просто ведет. Я в этом году закончил Запорожский национальный университет, тоже учеба 112 тысяч. Опять же, Бог явил здесь свою славу, за меня эти деньги оплатило государство. Это на сегодняшний день тоже нереально. Вот. Потом в этом году, ну, в 2014 году я открыл благотворительный фонд. Значит, для служения инвалидам. Значит, Бог меня повел, это ж учеба связана вот с этим фондом. Бог показал, мне нужно идти учиться. Потом Бог показал, что мне нужно открывать фонд. Потом Бог показал мне землю, где можно взять ее в аренду. Это Карнауховка, почему мы там и купили дом. Это бывший пионерский лагерь. Значит, горсовет нашей власти, была сессия, дали разрешение на оформление всех документов. И сегодня я был на сессии в Карнауховке. Приехал сюда, там дали разрешение на оформление и о том, что Карнауховка отдает пионерский лагерь моему благотворительному фонду. Друзья, это действительно слава Божья. Спасибо Богу. Спасибо, Павел. Я хочу сказать, служите Богу, и Бог вам будет давать в два раза больше. Даже мы не ожидали многого, что сделает для нас Бог. Мы просто Ему служили всем своим сердцем, всем своим имением. Я всем говорю, служите, и Бог вам воздаст.